Вкусная радость приветствует вас, я Светлана Портнягина, здравствуйте, все, кто заглянул ко мне на канал. Друзья мои, всем желаю приятного просмотра, только вы не смейтесь, пожалуйста, мы будем делать яичницу с припеком. Самое смешное стало. Ну, блин, надо же как-то разнообразить блюдо и чем-то вас радовать, правильно? Правильно. Приступаем к приготовлению к яичнице с припеком. Для этого нам понадобится 2 яйца, это вот мне 2 яйца, мужчине там может быть 4, не так кто сколько ест. Немного зеленого лука, это для припека, кориандр и черный свежемолотый перец, растительное масло, соль. Приступаем. Так, друзья, включаем сковороду, наливаем растительного масла. Столько, чтобы можно было, ну, хорошо яйцо поджарить. Я люблю, когда яйца жарятся, но в таком довольно-таки большом количестве масла. Я не знаю, почему, мне это очень нравится. Ну, вот нравится мне. Понимаете? Очень нравится. И очень важная штука. Я такое, конечно, делаю впервые, но я обычно яйцо разбиваю на холодную сковородку. Почему? Потому что я не люблю, когда белок становится коричневым. Поэтому оно у меня жарится на холодной сковородке при закрытой крышкой с дырочкой. При закрытой крышечке. Короче, попробуем. Будем пробовать, так как всегда. Налили масло, разбиваем 2 яйца. Господи, ну посмотрите, что творится. Видали? Ну что это такое? Кошмар какой-то. Так, мочим палец, достаем шелуху. Хорошо, что сковородка не горячая, правда? Да, это скорлупа такая. Опа. Вот так. Так, это что? Это я не знаю, что. Ну что там, видно меня, да? Да по барабану вообще. Так, ладно. Теперь. Сейчас я на этом этапе сразу посолю. У меня крупная соль. Вот что-то такое. Господи, ужасная эта шелуха, просто каменная. Присолю крупной солькой. Вот. Так. И пока у нас яйцо поджаривается, да, на сильном огне мы, так, давайте так, сразу посыпем кориандром. Кориандр, вы можете взять любую пряность, я буду брать именно кориандр, мне захотелось так. И вот так прям хорошо. Вот. Ой, какой дух пошел, дух. Ах ты, пряность такая замечательная. Так-с. Выдумываем прям на ходу, понимаете? Так, пока у нас яйцо жарится, сейчас мы порежем лук. Вот, я это буду делать с помощью ножниц. Ставлю сюда. У меня оранжерея луковая, вы знаете, это не магазинный. Кто меня смотрит впервые, могу показать. Поэтому без проблем. Вот она, моя оранжерейка. Следуйте примером. Так. Вот. Нарезаем лучок перышком. Да? Можно крупно, можно мелко. Это уже зависит от ваших предпочтений. Друзья, никто ни на чем не настаивает. Мы лишь просто экспериментируем. Пробуем делать вкусные, неординарные блюда. Вот. Так-с. Тючи-пучи. Я прям взяла такое вот хорошее количество лука, потому что лук у нас будет в качестве припека. Кто знает, что такое припек? Молодцы. Кто не знает, сейчас увидит. Припек придумали наши предки. Ну, думаю, что крестьяне. Для того, чтобы какое-то простое блюдо, думаю, наверное, с чем-то сдобрить. Вот. Да? Для разнообразия. Вот. Вот уже наша яичка поджаривается. Главное, чтобы она у нас перевернулась удобненько. Смотрите, я вот думаю. На той стороне посыплю. Это можно убрать.
Я же первый раз так делаю. Хочется, чтобы оно получилось так прикольненько-прикольненько, вкусненько-вкусненько. Вот. И обязательно домашний хлебушек. Пеките домашний хлебушек. Смотрите мой рецепт с домашними хлебушками. Так, ждем. Какие-то звуки странные за стенкой. Подозрительные. Так. Вот смотрите. Сейчас оно у нас схватываться будет. Поэтому на этой стадии мы добавляем припек. Я вот сейчас попробую на желток не добавлять, чтобы как-то, ну, не знаю, как-то может быть даже эстетично было. Если у меня получится, конечно, я же говорю, это впервые выдуманный рецепт. Только вот недавно, вот буквально пару минут назад это выдумано было. Вот, сегодня я что-то припизнилась с ужином. 10 час уже, а я что-то я тут лазерсончика засмотрелась. Вот. Вот люблю я Илюшу Лазерсона. Советую всем смотреть. Это потрясающий, гениальный кулинар. Блин, гениальный повар. Гений, не устану повторять. Гений, Илюша, Илюша. Так, зачем я вилку достала? Мне понадобится, скорее всего, вот такая штука. Так, сейчас, друзья, у меня самое главное, да, суметь это все перевернуть. Да поможет мне Вселенная. Помогите, друзья, мне. Поддерживайте меня, чтобы оно сильно не подгорело там. Ну, то есть не прилипло. Вот. Большое количество, конечно. Лопатка маленькая. О, вот так вот переворачивать я не смогу, потому что здесь очень много масла. Это не блин с припеком. Это яичница с припеком. Вот такая глазюня. Красивая глазюня. Хотите, покажу? Вот такая глазюня. Так, ну все, думаю, пора. Пора переворачивать. Друзья, помогите мне, пожалуйста, морально. О, сейчас наш припек будет готовиться. На этой стадии я сделаю вот так. Это свежемолотый перец черный. Так, все, плиту можно выключить. Жарим. Опа, попробуем. Что у нас там с лучком? Много ли его осталось на яйце? Или мало? Так, ставлю тарелку, чтобы это все очень красиво смотрелось. Ну-ка, пойдет? Или нет? Ставлю красивую тарелку, чтобы еще хлебушек поместился. Да? Так-с. Домашний хлебушек. Так-с. А что мы будем пить? Жаривается. Так. Вот такой у меня домашний хлебушек. Так. Для такого, конечно, такой яички. Да. Ой, не стреляйся. Что тебе тут, стрельбище, что ли? Не шалить, однако. Интересно, вот я переверну, будет он красивый или нет? Я прям весь процесс вам показываю безостановочно. Не какой-то такой предвкушающий. Так. Друзья, что мы будем пить? Я сегодня пила какао, чай зеленый. Водичку с лимоном? Да, водичку с лимоном. Момент. Так, друзья, пахнет поджаренным. Я убираю. Водичку с лимоном. Ну вот. Кусочек лимончика небольшой. Так. 2 столовые ложечки. 2 чайные. 2 чайные ложечки сахара. Раз. Два. Такс. Немножечко это все. Пожамкать.
Ну, вот я имею в виду сам лимончик. У меня тут, не смотрите, у меня цедра немножко ободрана. Вот. Вот так вот почамкать, пожамкать. Ну и все, и заливаем горячей водой. Вот тебе лимонная вода. Итак, друзья, наша яичница с припёком готова. Это кетчуп, я просто украсила. Домашний хлебушек, лимонная водичка. И приятного всем аппетита, друзья мои. Желаю всем вдохновения, радости бытия. Ходите по ссылочкам, читайте мои книги, ставьте дизлайки, ставьте лайки, лайки, звоните в колокольчик, чтобы мое новое видео обязательно прибежало к вам и сказала: «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Это я пришло! Открывай ворота!» И получай удовольствие. Всем приятного просмотра. Делитесь в соцсетях, оставляйте мои простые и вкусные рецепты в плейлистах. Желаю вам всего самого доброго. До встречи. Чао-какао.